Дмитрий из Польши спрашивает, чем отличается реальность мира сия от реальности мира брия? Там по-другому течет время, другая плотность материи, другое количество изменений. Ничего, забудьте вообще о всех ваших определениях. Ничего этого в духовном мире нет. Ни плотность материи, ни времени, ни расстояний, ни перемещений, ничего нет. Тогда отличие миров в чем? Вот этих, которые... Отличие миров только в одном. В том, что в каждом из миров или в каждом из ступеней этих миров существует своя определенная сила отдачи. И только этим различаются ступени, миры друг от друга.